Добро пожаловать на канал HardRazzedInfo. Перед нами устройство iPhone SE 2022 года. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выйти из режима Recovery. Для этого нам с вами нужно нажать на кнопку уменьшения громкости, увеличения громкости и удерживать кнопку питания. После того, как экран погаснет, отпускаем кнопку питания, нажимаем и удерживаем кнопку питания для того, чтобы телефон включить. После появления логотипа Apple кнопку питания уже можно отпускать. Ну и, собственно, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.